Полмиллиона, но не роз, высадят на клумбах краевой столицы весной. Это будут тюльпаны, бархатцы, редкие новогвинейские бальзамины и многие другие растения. Всего в этом году высадят около 6,5 килограммов семян и цветочную рассаду. Ее выращивают с января. Сначала сеют герань, ей нужно больше времени на цветение, это 2-3 месяца. После того, как растения окрепнут, их передают в горзеленхоз. Барнаул в этом году будет как никогда цветущим, только тюльпанов расцветет более 32 тысяч штук разных видов и расцветок. Красные, розовые, белорозовые, оранжевые и желтые. Основная работа по озеленению начнется после 25 мая.